Всех приветствую, с вами Android. Android сегодня хотел рассказать о достаточно интересном военном симуляторе, который называется «Вертушка. Ночной кошмар». Как вы видите, это вертолет, на котором вы будете лететь. Давайте я быстренько объясню, что вообще, какие менюшки игры здесь присутствуют. Во-первых, с левой стороны показан ваш ранг. Он соответствует офицерскому званию в российской армии. То есть, чем больше мы убиваем врагов, чем больше надо очков, и тем больше открываются различных точек дополнительных, по которым мы сможем перемещаться. Также снизу показана статистика того, сколько мы убили людей, техники и многое другое. Как же происходит сама игра? Все очень просто. Нажимаем вот на эту кнопочку. Здесь показана карта. Мы можем выбрать направление, куда мы полетим. Допустим, вот выбираем три точки. И с правой стороны показаны эти местоположение, да, и показано время, за которое мы с вами должны полететь. Нажимаем на play и полетели. Мы сами должны выцеливать различных врагов и передавать обнаруженные цели с помощью прибора ночного видения в систему наведения оружия. И таким вот образом мы будем уничтожать различных врагов. Вот видите, различные террористы, которые засели. Мы вот таким вот образом их уничтожаем. Мы можем с вами приближать или удалять камеру. Давайте какую-нибудь взорву. Вот так. Тут различные грузовики имеются, которые здесь есть. Мы можем вызвать саму карту. Для этого нам достаточно. Сейчас давайте от кого-нибудь подстреляем. Вот так мы взрываем. Вот с правой стороны такие стрелочки, которые показывают, куда мы с вами перемещаемся. А так же, как я говорил, мы можем с вами приближать или удалять камеру. Достаточно нажать плюс или минус. Прикольно сделанная игра, достаточно оригинальная и интересная. Вот, мне она очень сильно понравилась. Будете играть, стрелять, убивать и уничтожать различных вот этих вот врагов, террористов, которые будут на вас, ну, можно сказать, нападать. Давайте выберем какую-нибудь еще, допустим, точку. Вот, допустим, вот эту вот. И полетели. Короче, игра офигенная. Стоит того, чтобы в нее сыграть. Так, давайте кого-нибудь завалим еще. Давайте перейду к плюсам и к минусам. Достаточно интересная реализация самой игры. Прикольный симулятор. И достаточно много различных миссий, которые здесь присутствуют. И, кстати, похоже, как сейчас наши борются с террористами в Сирии, тоже очень прикольно поиграть. После просмотра различных роликов, как бомбит наша авиация этих террористов. Короче, игра интересная, советую с вами. Короче, советую всем в нее сыграть. А с вами был Android Androidыч, всем пока.